Дед Мороз в преддверии праздника поедет в областную клиническую больницу, чтобы поддержать ребят, которые из-за болезни пропустили утренники и вынуждены проходить лечение. Эта акция ежегодная. Волонтеры приезжают в ОКБ, устраивают концерт с викторинами и розыгрышами, а затем идут по палатам и дарят малышне игрушки. Именно помочь закупить подарки необходимо. Мягких мишек и зайчиков, кукол и мячики разложат по пакетам и подарят каждому, кто проводит дни в больничных палатах. Если подарки останутся, их разместят в игровых комнатах всех отделений. Игрушки актуальны очень, можно приносить, развивающие, мягкие, любые игрушки для маленьких детей. Но единственное условие, они должны быть новые, потому что это все-таки, во-первых, больница, во-вторых, все-таки это дарит Дед Мороз, то есть это должно быть все серьезно. Едем мы в больницу 24 декабря, то есть до понедельника теоретически можно приносить в наш офис 10 августа, 16, офис 60.